Всем здравствуйте! Роман Костомаров 10 января попал в больницу с пневмонией и гриппом. Состояние спортсмена ухудшалось с каждым днем. Чтобы спасти жизнь фигуриста, 7 февраля Роману ампутировали обе стопы. Врачам пришлось пойти на крайние меры из-за стремительно прогрессирующей гангрены. Сегодня свою оценку ситуации дала тренер фигуриста Лидия Караваева. Сам ли Роман дал добро на ампутацию? Ну, конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У меня свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали, или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Отметила она. По словам Лидии, состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Но там уже все не очень хорошо. Температура продолжает держаться, ему все хуже. Теперь грозит ампутация пальцев рук. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить. У него замечательная жена, замечательная мама, очень хорошая семья. Поддержки достаточно, главное, чтобы здоровье было. Почему так получилось, честно говоря, никто не знает. Почему он вообще в коммунарке оказался, непонятно, отметила тренер. Также она подчеркнула, что сегодня Роман дал согласие на ампутацию пальцев рук, если медикам не удастся восстановить кровоснабжение и некроз будет представлять угрозу для жизни. Будем надеяться, что в скором времени Роман Сергеевич обязательно справится с опасным недугом. Рома, держись! А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!